Здравствуйте. Мы идем с тренировки. И что? Что мы хотели, что я хотела сказать. По поводу нашего участка. В том году у меня даже не возникало мысли делать свой канал. Я даже не думала об этом. Так вот, у нас нет никаких видео, чтобы как-то показать наш участок. Я часто в своих видео упоминаю наш переезд. Вот мы будем переезжать, скоро у нас переезд. А никаких доказательств у нас нет тому, да? Не предъявлено. Кроме как в названии канала. Но в том году мы очень, естественно, мы очень много фотографировались. Мы начали уже немного строительства. И у нас есть красивые фотографии с нашего участка, с нашей деревни. Там у нас здорово, правда? Да. Красиво? Угу. Тебе нравится? Да, но только там все сломали. Чего сломали? Газ когда делали. Ну, это не беда. Это не самое страшное. Нам проводили газ, и там нам все сломали. Вот так. Меня посетила такая хорошая мысль, что... Вон, Дэня наш идет. Не видно вдалеке? Не, не видно. Ну ладно, не будем. Меня посетила такая мысль, что мы можем просто выложить эти фото, сделать фото рядом. И это будет как бы наше знакомство с нашей семьей, с нашим участком. И мы посмотрим. Потому как там немного уже началось строительство в том году. Мы заложили фундамент под основной наш дом, под большой дом. А поскольку нам нужно где-то как-то жить там, вот, мы поставили там дом такой на столбиках, как это правильно называется, из USB. Вот, и мы потихоньку будем туда переселяться. Вот он все-таки наш Даниэль идет. Опять не видно, да, наверное? Вон он, из школы идет.